все спикеры выступали прекрасно, но особенно мне запомнилась лекция Дмитрия и про элайнеры, потому что очень многие доктора сейчас ждут выпуск элайнеров от Ормко. Интересно, как эта система будет работать, интересно, какие механики там будут применяться. И вот то, как преподнес эту информацию Дмитрий и, как бы, знаете, приоткрыл чуть дверку в этот мир, это было очень интересно и познавательно.